Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве – надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод – верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101 FM. 13.06 в Кирове на 101 FM. Особое мнение. Сегодня напротив меня Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар, деньги, товар». Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Так, слово «напротив меня» прозвучало почти как «против». Я так напрягся, думаю, ну, Юль, мы сегодня с тобой сцепимся вообще. Да нет, мне кажется, так, у нас с вами давай, слушай, все скажу, гармонично. Да, скажу здравствуй. Да. Здравствуй. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Всем, всем, всем приятного аппетита. Ну что же, Николай, давайте, наверное, начнем с Великорецкого крестного хода. Мы вчера обсуждали эту тему в дневном развороте, и интересно мне ваше мнение. Вот приезд патриарха Кирилла на Водосвятие, на Великорецкий крестный ход. Уже многие СМИ вчера написали, и многие паломники писали в своем Фейсбуке о том, что верующих на Водосвятие пропускали через рамки, о том, что огородили эту территорию. На Водосвятие смогли попасть далеко не все. То есть это, по их оценкам, 2-3 тысячи человек, при том, что из Кирова вышло 28 тысяч человек. То есть порядка 25 тысяч паломников, но остались просто за забором и не смогли поучаствовать в церемонии, ради которой они все шли. Ваше отношение к этому? Ну, понимаешь, что я хочу сказать. Буквально, наверное, недели три назад в этой же студии, правда, вот тебя тогда не было, была Света Занько, мы как раз в преддверии этого визита обсуждали, что это будет, что от этого ждать и что из этого получится. И это, к сожалению, тот самый случай, когда все получилось так, как мы говорили. То есть я тогда сразу сказал, что к нам приезжает некий федеральный министр по отношениям с Богом, да, причем достаточно высокого статуса, так как православная церковь у нас давно уже не сильно отделена от государства, а фактически является его частью, да, вперекор нашей конституции, то, соответственно, все, что связано с приездом такого иерарха церковного такого ранга, это то же самое, что если бы к нам приехал, скажем, заместитель Дмитрия Медведева вот как раз по этому самому общению с потусторонними силами. Да? И все, что с этим обычно это сопровождает, все это обычно происходит. Вот эти все понты, да, вот этот там кортеж, 13 машин, там вертолеты, там зачем там вертолеты, я не понимаю. Ну что, это что, он с небес, что ли, прилетел, да? Ну, совсем за лохов нас считает, я не могу понять. Ну, вот эти все понты, они как раз связаны с тем, что приехал к нам министр. По делам вот таким-то. И все было именно так, как бывает обычно. Все эти рамочки с металлоискателями, вся эта милиция поднятая. Да к нам приехал, на самом деле, если брать по конституции, руководитель общественной организации. Всего лишь. Всего лишь. Мне еще крайне вот интересно, это все довольно-таки затратное мероприятие, да? Те же аренды вертолетов, насколько я помню, штука очень недешевая. Вот кто это оплачивал, банкет, вот я даже не знаю. Как бы, с одной стороны, не хотелось бы в этом разбираться, а с другой стороны, бывает обидно. Потому что если в этом задействованы бюджетные деньги, то я категорически против. А вот телеграм-канал «Вятский шептун» писал, что приезд патриарха обошелся в региону в сумму порядка 2 миллионов долларов. Угу. Кто платил за это все, ну, к сожалению, неизвестно, мы с вами судить не можем. Но здесь же вопрос в том, что крестный ход — это для паломников. Это для людей, которые прошли 90 километров в одну сторону, которые вставали в 3 часа утра, шли по грязи, по дождю, по солнцу. Это сложно. То есть это просто сложно и для... Но это называется подвиг вообще-то. И для людей, которые дошли до Великорецкого, то есть они все ждали этого водосвятия, для них это действительно праздник и то, что придает силы. И, по сути, их лишили этого праздника. Они попали на политическое шоу. Я еще раз говорю, к нам приехал, на этот праздник приехал большой начальник, поэтому устроили шоу. Причем здесь верующие, причем что-то еще. Думаешь, об этом кто-то думал? Я думаю, да нет. Это все как обычно. Когда приезжает там любого такого уровня начальник, никого не тревожит, что происходит вокруг. Перекрывают улицы совершенно спокойно, да? Ведь не только же для патриарха перекрыли улицу. Вертолеты летают, если приезжает там премьер куда-нибудь в район, едет на какое-нибудь предприятие. То же самое здесь. Никого не тревожит, что там вокруг. Это шоу. Причем шоу с таким уже ясно политическим оттенком. Так ведь у нас же выборный год. Вот. И выборный сезон в том числе.
Поэтому вот ты говоришь как бы с точки зрения верующих, но я еще раз говорю, что эти интересы никого не колыхали, когда это планировалось все, абсолютно. Главное было появиться вместе с патриархом для нашего губернатора, вместе, да, вот и для Марка, для нашего тоже, потому что это их, Марка это же начальник, да, вот. Все остальное, как оно будет и как это кто воспримет, их совершенно не касалось. Что мы, собственно, и увидели. А эффект от этого всего, эффект? Он какой? Ну, с одной стороны, понимаешь, ведь что значит вот все встречи губернатора с чиновниками высокого ранга, раз уж мы относим его к чиновникам высокого ранга, это сигналы. Сигналы не нам с тобой. Мы с тобой тут никак этот сигнал не воспримем. Для сигналы нас не политическим элитам? Это сигналы, да, сигналы политическим элитам, что, мол, ребята, если у вас есть какие-то мысли насчет того, что со мной тут потягаться, да, то смотрите, православная церковь будет за меня. Вот этот сигнал, да? То есть вы уже часть электората у меня никак не получите, потому что приехал Кирилл и сказал, у вас хороший в Рио губернатора, да? Вон какой хороший, даже меня уговорил к вам приехать. Вот. Это сигнал именно элитам. Что касается, добавит ли это популярности в народе, например, нашему же губернатору, да? То ты сама на этот вопрос ответила, вот когда говорила о том, что да, паломники прошагали 90 километров, причем это же акт веры, да, то есть это очень интимная вещь на самом деле. А попали на шоу политическое. Я не думаю, что они были этим довольны, особенно те, кто остались за забором и не попали, собственно, туда, куда шли. То есть они шли для определенной цели, их этой цели лишили. Поэтому популярность это, безусловно, не добавит в этом смысле. Но опять же говорю, это никого не интересует. Потому что сейчас, пока идет вот эта предвыборная кампания на уровне вот этих междуэлитных противопоставлений разборок, там меряются этими так называемыми пиписками своими, да, у кого там длиннее, у кого короче. Вот у него пока длиннее. Ну хорошо, а вот то, что вы сравнили приезд патриарха Кирилла с приездом, ну там, зама Медведева, да, да, по связям это как с Богом. Минимум вице-премьер, да, вице-премьер по связям с Богом. Вот эти все вертолеты, бронированные машины, перекрытие дорог, вообще оно все это стоит того? Я понятия не имею, понимаешь, меня всегда смущает вот это вот, да, вот, кстати, вот интересная вещь, я просто так вот, посмотрев видео с приездом, с прилетом Кирилла, интерес ради заглянул, а как, собственно, ездит Папа Римский, да? Угу. У Папы Римского вообще-то... Я думаю, что у него нет вообще кортежа. Вот, у Папы Римского народу-то, скажем так, в духовном подчинении поболее будет, это же целый католический мир огромный, это огромная просто церковь, тут православная, она просто мельче, менее масштабна. Ты знаешь, нет, ничего подобного. Этот папмобиль, да, такой забавный довольно-таки. Причем люди вокруг всегда, вот папмобиль едет вокруг, люди не мешают ему даже ехать. Но он едет с небольшой скоростью, он общается с людьми, он что-то говорит им, там, осеняет их крестным знамением и так далее. Вот это я понимаю. И папу любят. Искренне любят папу. Даже не католики те любят. Ну, если вот оценивать любовь, да, мне кажется, что патриарха Кирилла тоже любят. Я думаю, да. Именно, но те отношения, люди... именно отношения просто верующие, я да, думаю, что те верующие, которые увидели вот это шоу, они сейчас более критично будут к нему относиться. Это было все сделано совершенно напрасно. В этом плане какой-то большой любви к нему не появится. Ну, когда садится вертолет, там падает оградка у школы, знаешь, ну, господи. Там, говорят, даже футбольные ворота спилили. Ну, это на всякий случай заранее. Ну да, да, знаю, да, да, заранее, чтобы... Вот. Ну все, они предусмотрели, что-то все-таки упало, потому что, знаешь, сила-то у винтов довольно-таки могучая, да, ветер-то хороший поднимается. Ты летал когда-нибудь на вертолете? Нет. Вот, а я в детстве летал, мне так нравилось, он когда закрутит все это вокруг, реально там степь, все это, лежмя ложится вся трава, это очень сильный ветер, конечно. Красиво. Ну что же, вот на этом, наверное, я предлагаю нам уйти на небольшой перерыв. Буквально через минуту вернемся. Это «Особое мнение» Николая Голикова. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. «Особое мнение» на 101 FM. Мы возвращаемся в эфир. Меня все так же зовут Юлия Афанасьева. В этой студии все так же Николай Голиков, главный редактор журнала «Товар, деньги, товары». Это его особое мнение. Вот чтобы уже закрыть окончательно тему с приездом патриарха и с тем, как это отразится на рейтинге нашего текущего губернатора, вот, Николай, хочу спросить, а отслеживали ли вы, как освещался визит патриарха и как отработали этот информповод пиарщики губернатора? Я не думаю, что работали пиарщики губернатора, потому что, судя по всему, работали пиарщики в основном самого Кирилла. Поэтому картинка сложилась такая. Все, что видели про нас в России,
это очень в нейтральных, скорее благожелательных тонах, ну, без подробностей насчет там перекрытых улиц и всего прочего. Все, что проходило по информпотокам в Кировской области, как раз наоборот. Шла в основном вся вот эта негативная картинка, то есть пиарщики губернатора в данном случае, видимо, еще не начали работу. А почему? Это же должно работать на имидж губернатора, да? Но в итоге во всех местных СМИ вышла информация о том, а как это все-таки было как устроено. Как это было, да. Как это было на самом деле. И самая такая нейтральная как бы оценка, самая такая ласковая оценка, что противоречивое чувство вызвал приезд патриарха, противоречивое. Вот это самое мягкое, что было сказано. В основном было гораздо жестче. Почему не сработали пиарщики губернатора? Ты знаешь, вот сегодня прошла информация, что пиарщики только что назначены еще у него. Сегодня Коммерсант напечатал, что в администрации президента утвердили список пиарщиков для губернаторов. Это есть информация, она есть в сети, посмотри, пожалуйста. Вот. Назначили, кто будет заниматься кировским губернатором. Так что, я думаю, они, наверное, еще просто чемодан не распаковали, не успели. Нет, подождите, а те, кто уже работает? Я не знаю, может, их поменяли там. Ну как, еще шампанского и баб сменить, знаешь, вот такой роскошь там. Нет, я не знаю. Какие-то вялые попались, может быть, пиарщики. Я не знаю, почему. Сегодня сообщение прошло про администрацию президента, вполне уважаемое, со ссылками на все необходимые источники, фамилиями, с названиями фирм и так далее. Ну хорошо, сейчас я загуглю, пока мы с вами пока мы с вами разговариваем, да. Хорошо, давайте обсудим еще визиты в Рио губернатора в районные центры. Ну ведь это же из той же оперы, понимаешь? Я сейчас просто тебя прерву. Вот мы говорим о том, что должны же работать пиарщики, да? Должен же работать губернатор на свой имидж, у него же выборы и все. У меня такое ощущение, что они пока еще не начали вообще работать на выборы. И вот, как я говорил еще зимой, вот тогда вообще предположения были такие дикие, да, вот сейчас я смотрю, что так все и есть. Они вообще уверены, что они на федеральном ресурсе здесь проскочат, потому что, похоже, не вот понимание того, что выборы надо все-таки пройти как-то, да, у них вообще нет. Они как-то вот такое ощущение, что не понимают, что выборы — это некая процедура, да, в которой нужно участвовать, в которой нужно что-то делать. Вот. Они просто тратят время пока, просто так. Я не знаю, может быть, приедут на самом деле вот эти ребята из полилога. Может, они объяснят, что это все неправильно. То есть пока время тратится напрасно. Как-то Минченко консалтинг написали обзор. Они назвали это как «Сказка о потерянном времени». Вот она происходит сейчас в Кировской области в чистом виде. Тут Минченко прав. А вот смотрите, я хотела обсудить визит конкретно в Яранск, потому что как раз по Яранскому району есть такая очень эмоциональная обратная связь от Вадима Кабанова. Фонд «Земля Вятская». Да-да-да. Яранская. Земля Яранская. Земля Яранская. Он написал на эту тему блог, который забрал к себе на площадку «Красный наблюдатель». И вот как раз Вадим очень эмоционально пишет о том, что, во-первых, никто не знал о приезде в Рио. На этот приезд, видимо, согнали просто бюджетников. Нигде это не анонсировалось. Он пишет, что он там просочился, и какие усилия он для этого предпринял, о том, что в Рио не отвечал ему на острые вопросы, а если отвечал, то это было как-то совсем не по теме и граничило с хамством. Вот вы уже сказали про сказку о потерянном времени, но, в принципе, встреча в районе, встреча закрытая для СМИ, где нет ни одного журналиста. О том, что будут бюджетники в районе это освещать в своих фейсбуках, но я думаю, что это сильно вряд ли. Почему по-человечески-то с ними не поговорить? Вот это опять к тому же. Человек просто не готов. Он не готов. Он бы, может быть, и рад бы поговорить с ними по-человечески вот в данном формате. Да? На самом деле формат-то интересный. То есть из тех людей, которые в зале, даже если кто-то и ведет там какую-то страничку там, в какой-нибудь социальной сети, он ничего плохого не напишет, просто исходя из своего служебного положения, потому что иначе он просто потеряет работу, условно говоря, или получит неприятности. И вот уже в таком-то формате, когда все свои, да, и даже если кто-то прокрался там, типа вот этого Вадима Кабанова, там, незамеченным, да, и задает провокационные вопросы, на них можно отвечать совершенно спокойно, не боясь того, что там... Ну, что это выйдет куда-то за пределы, да. И, понимаешь, вот я еще это заметил на нашем съезде журналистском, когда эти вопросы-то практически невинные задаются, но человек на них не отвечает. Он не умеет. Нет, но когда вопрос задают журналисты, мы понимаем, что все это выйдет в публичное пространство. А вот когда в публичное пространство выходит та штука, что он не отвечает на вопросы или хамит в ответ на вопросы, да, это ведь еще хуже. Лучше неудачно ответить, чем не ответить вообще. Ну, я как все-таки пиарщик с опытом могу сказать точно. Говорить надо. Надо говорить всегда.
Тем более, когда встреча, когда люди приехали, и это, безусловно, встреча уже входит в предвыборный цикл. Я не уверен, что он за эти 3 месяца успеет доехать до Иранского района еще раз. У нас 39 районов. У нас 39 районов, и есть некоторые подальше. И так бездарно проводить эти роды встречи, это просто, конечно, на самом деле, та самая сказка о потерянном времени, которую мы сегодня упоминали. Вот. А то, что он не умеет говорить с людьми, это мы уже видим. Он либо говорит то, что выучено уже, да? То, что уже там 10-й, 20-й, 30-й раз он повторяет. Про отделение гемодиализа. Да. Вот то, что уже заучено, то, что хорошо, как только кто-то выходит за рамки, причем даже доброжелательно, может быть. Но в Иранске очень много проблем. Почему людям не спросить об этих проблемах? Это один из самых проблемных наших районных центров. Вот. И ехать туда, будучи не готовым отвечать на вопросы по иранским проблемам, это, конечно, это огромный минус для Игоря Васильева, потому что нельзя. Нельзя так тратить время, нельзя. Мы с вами уже говорили в этой студии о том, а как, собственно, побеждать в районах, да? То есть как объяснить людям, которые вот буквально год назад голосовали за белых, и какую аргументацию использовать, что теперь нужно проголосовать не за белых, а за Васильева, потому что мне кажется, что аргумент белых плохой, он уже не работает. Вот эту аргументацию вы видите? Вот опять же, вспоминая тот же отчет Минченко, там очень хороший термин есть такой, медовый месяц. Медовый месяц у губернаторов, назначенных в 2016 году, когда все можно было валить на то, что было раньше, он закончился. У них очень сложная ситуация в этом плане выборная. А новой повестки у них нет. Вот смотри, у нас были праймериз «Единой России», да, в мае, хоть они были и в закрытом режиме для губернаторов, то есть там не мог кто-то со стороны появиться, поэтому были только прикормленные люди. Тем не менее, праймериз можно было использовать как площадку для того, чтобы создать новую повестку дня. Они освещались широко, и если бы губернатор на праймериз выступил с определенной программой, да, вот как там 5 лет мы будем жить, он бы задал новую тему для обсуждения, и было бы о чем говорить, и было бы в чем убеждать избирателей, главам тех же районов, что вот мы сделаем то-то, то-то и то-то. У нас получается так, что эта программа появится только в августе, как объяснил нам господин Быков, она появится только в августе. Вот. Он объяснил, как она будет строиться, я понял, что это не новая программа, это просто взято то, что при Никите Юрьевиче было хорошо. И вот давайте мы вот этим и займемся, чтобы, по крайней мере, то, что было хорошо, не стало хуже, да? То есть там развитие молочной промышленности, развитие свиноводства, общественные инициативы, да? Всемирный банк, ППМИ и так далее. Образование, то есть это все, что было, делалось при Никите Юрьевиче. Вот. И теперь, когда ты предлагаешь делать то, что делал твой предшественник, которого ты до этого утоптал, урыл, да, и превратил полностью в что-то такое непонятное, которое только в долги область загнал. Вот тут вообще начинается полный когнитивный диссонанс у людей. То есть они уже не понимают. Это очень сложная ситуация, на самом деле, для губернатора и его команды. Им надо немедленно и очень быстро, конечно, какую-то повестку дня создавать, чтобы было о чем разговаривать, и чтобы было как агитировать. Потому что говорить о том, что за счет факта назначения Путиным он эти выборы пройдет, это очень легкомысленный подход. Очень легкомысленный подход. Потому что не факт, что вот при, если так будет продолжаться, если будут такие же вот неудачные массовые акции, типа того же Великорецкого хода, там чего-то еще, там 9 мая, как у нас прошло ужасно, и так далее. Если это будет множиться это число, то люди просто могут не проголосовать. Они начнут голосовать за кого угодно, вплоть до там технического кандидата какого-то, да? У нас же есть муниципальный фильтр. То есть сильные игроки наверняка его не пройдут, но кто-то пройдет. Должны быть 2 участника выборов. Ну что же, даже Крепоснов не пройдет муниципальный фильтр. Подожди, пока до Валерия Васильевича пойдем попозже. То есть должен быть в любом случае 2 участник, то есть кто-то будет техническим кандидатом для того, чтобы выборы состоялись. Для того, чтобы состоялись. И вот, извини, у нас уже в районах, я рассказывал, был такой случай, когда для технического кандидата мужчина свою жену попросил, да, чтобы просто выборы состоялись. И она случайно победила. И она случайно победила, именно потому, что люди, посмотрев на него, поняли, что раз это полная ни рыба, ни мясо, а она, мы еще не знаем, кто, дай-ка мы за нее проголосуем. И эта ситуация, она вполне предсказуемая, она может случиться. Так что те, кто считают, что можно проехать на федеральном ресурсе, они сильно ошибаются. И вот такие встречи, как в Иранске, это говорит о том, что они на самом деле сильно ошибаются. Он оставляет негатив после себя. Люди не понимают, за кого они пойдут голосовать в сентябре. А в какой процент вы оцениваете вероятность того, что вот это вот может произойти? Это что? Что люди проголосуют за альтернативного кандидата вплоть до технического. Мы говорим о чем? Что избирательная кампания в Кировской области на самом деле еще не стартовала, хотя должна была бы уже. Но они еще не объявили. Вам понимаю, не кажется, что она уже провалилась? Вот такое ощущение возникает, да, что они еще не начали бороться, уже проиграли схватку. Но на самом деле она у нас просто еще не началась. У нас она официально, во-первых, не объявлена, да, то есть у нас когда 8
июня, по-моему, ЗАГС собрание собирается, объявит губернаторские выборы. Да. Соответственно, вот они будут объявлены, начнется старт. Но май традиционно всегда и всюду использовался вот для этих целей, потому что люди еще более-менее находятся... Они еще в городе, они еще где-то в городе, где-то на месте, они еще не свалили на летние свои там поездки и так далее. Вот. Май в данном случае не был использован совершенно. Это уже при том лимите времени, который есть у человека год назад назначенного, да, это, конечно, расточительство просто чистой воды. Каковы шансы, что люди проголосуют за технического кандидата, это будет ясно уже, конечно, ближе к сентябрю. Потому что есть же у нас еще 3 месяца впереди, еще можно попробовать что-то сделать. Вот. И это также зависит от того, насколько вот эта коалиционная работа произойдет в оппозиционных партиях. То есть смогут они выдвинуть единого кандидата, о котором так много говорили, либо не смогут. И этот кандидат единый, если даже будет выдвинут, сможет ли он пройти муниципальный фильтр у нас? Ну, вопрос еще в том, кто будет этот человек. Вот. Здесь уже мы идем к чему? Что некоторые считают, что реальным кандидатом, оппонентом является Мамаев, да, Сергей Павлинович. Ну, федералы почему-то так считают. Вот. Некоторые считают, что таким реальным вполне кандидатом является наш лидер ЛДПР Черкасов. Кирилл Черкасов, да. Вот. Я полагаю, что вероятнее всего в качестве единого кандидата ни один из них для Кировской области не очень подходящий, потому что они уже очень много светились и очень много раз не выигрывали, а проигравший есть проигравший, психология проигравшего. Но, так сказать, залет человека со стороны вполне вероятен. Как говорят, черный лебедь залетит там, да, вот на нашу политическую поляну. Ну, то есть это вы имеете в виду человека из Москвы, варяга из другого региона? Это может быть не варяг, это может быть как так называемый возвращенец, да, кто-то из вятских, который где-то там поработал в Москве, там достиг чего-то, вернулся обратно, либо где-то еще. Это может быть. В любом случае, как разделятся голоса, будет зависеть от того, кто будет противостоять Васильеву. Это маловероятно. Валерий Васильевич, как оппонент, это Единая Россия, чтобы сама с собой боролась. Ты это себе представляешь как-то? Ну, мне кажется, амбиции Валерия Васильевича выходят далеко за пределы. Они выходят далеко за пределы всего, но я думаю, что Валерий Васильевич, во-первых, человек трезвомыслящий. То есть тогда будет, вот у нас когда 10-го будет съезд Единой России, тогда 10 числа съезду будет предложена его кандидатура, а ведь он не участвовал в праймерис по губернаторских. Он участвовал в праймерис городских. Это уже будет нарушение внутрипартийной дисциплины. Поэтому это маловероятный сюжет. Валерий Васильевич, насколько я знаю, успешно решил проблему в Москве со своим назначением в главу города. Вот это, насколько мне известно, есть. Вот. А насчет более высоких амбиций, видимо, он решил пока их отложить на потом. А, то есть у вас есть информация, что вопрос по мэрству для Валерия Васильевича практически решен? Ну, помнишь, ведь в августе, в сентябре прошлого года шла такая информация, шли вбросы, что он будет избран главой, назначен, так сказать, да, главой администрации. Да, помню, мы с вами обсуждали это в эфире. Но тогда, насколько мне известно, это все согласуется на небесах. На небесах сказали, что он не обладает некоторыми качествами человеческими, которые нужны для главы города, да, в том числе там недостаточно, может, управляя, может быть, вспыльчив чересчур, самоуверен и так далее. Вот. Но я думаю, что человеческие качества можно в себе перебороть. Человек, он сильный. Я думаю, что он сумел убедить тех, от кого зависит принятие решений, в том, что он способен все эти негативные свои черты победить. И, насколько мне известно, сейчас как бы вот выборы в городскую думу, он будет избран депутатом и будет избран главой города. Ну вот на этом я предлагаю Николаю уйти на перерыв. Пока мы с вами разговаривали, у нас на сайте появился вопрос от Александра. Я думаю, что вам его задам во второй половине программы после рекламы. На небольшую рекламу сейчас уходим. Это особое мнение Николая Голикова. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. «Особое мнение» на 101FM. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар, деньги, товар». И я вам сейчас задам вопрос от нашего слушателя Александра. Не в перерыве не показывала. Не дала подготовиться. Итак, Игорь Васильев не отвечает тем чаяниям Кировской области, которые она возлагает на кандидата на пост губернатора. Нельзя ли, чтобы общественные организации собрали подписи и направили Путину письмо, чтобы он немедленно, тут три знака восклицания, отозвал кандидата и прислал подходящего? Это вообще, конечно, классно. Но я в
чем я совершенно согласен с Александром, с автором вопроса, что человек, конечно, в матрицу ожиданий кировчан никак не вписывается, это видно. И, по-моему, еще к тому же и не особо хочет вписываться, то есть он предпочитает действовать как-то вот самостоятельно, не соотносясь с тем, что от него ждут. Но это, понимаете, эта ситуация, она возникает на каждых выборах. Мы каждый раз оказываемся в такой вот... Мы приходим в магазин, да? Мы приходим в магазин, но мы покупаем не то, что нам нужно, а то, что нам дают. Да, то, что нам дают. Условно говоря, там, арфы нет, возьмите бубен, да? Вот арфы на Кировской области опять-таки не нашлось. И я всегда в таких случаях говорю, что еще задолго до того, как вообще встанет вопрос о том, что нам кого-то там назначат или кого-то нам пришлют, надо в области вычислить, рассчитать, просчитать запрос на того, кто нам нужен. Это же рассчитывается, мы же все чего-то ждем. У нас у всех есть ожидания. Так давайте ожидания эти проявлять губернатору не тогда, когда мы за него уже проголосовали, да? А еще до того, как он... Ну, мы-то за него еще не голосовали. Давайте ходить в магазин за тем, что нам нужно, а не за тем, что нам там дадут. Вот. Вряд ли Владимир Владимирович отзовет Игоря Владимировича Васильева. Это маловероятное событие. Единственное, о чем можно реально просить федеральный центр, администрацию президента Сергея Кириенко, чтобы они дали неформальное добро на проведение в Кировской области конкурентных выборов. Да? Чтобы на самом деле нежизнеспособная кандидатура Васильева в честной борьбе проиграла какой-то более жизнеспособной кандидатуре, которая, может быть, будет больше соответствовать ожиданиям кировчан. Вот это может быть реальным. Но опять-таки мы понимаем прекрасно, что без добра данного сверху ни один серьезный кандидат на такие выборы не пойдет. А просить-то кто должен? А вот просить должны все по своим возможным каналам. Я по всем своим каналам уже об этом попросил. Угу. Да. То есть подписи собирать и куда-то писать? И подписи собирать, и подписи. Все, что возможно, нужно делать. Нужно просто создать именно вот такой массовый прецедент, что люди просто просят провести в Кировской области конкурентные выборы. Честные конкурентные выборы. А вы весной говорили, что очень активно работают в Кировской области, я не знаю, как это правильно назвать, политтехнологи, которые опрашивают экспертов. Да, экспертные опросы проводились, они и сейчас проводятся. Если взять мой телефон, который я в студию не взял, посмотреть, у меня количество звонков, которые на 499 начинаются, их больше, чем на 833. То есть очень активно звонят по всем вопросам, которые происходят, по крестному ходу, по тому же. Вот. Очень активно собирают информацию. Некоторые для своих целей, некоторые для именно целей продвижения Игоря Владимировича. Приезжают люди, да. Я думаю, это будет продолжаться дальше, только активизироваться. Ну хорошо, а если... Во все эти инстанции я эту свою просьбу передаю. Нет, мне просто интересно, а если эти экспертные опросы покажут, что у Игоря Владимировича там достаточно низкий рейтинг, то результатом будет что? Результатом будет что? Господам политтехнологам, которые назначены к нашему в Рио губернатора, будет дана команда рейтинг повысить. Угу. А как еще? Хорошо. Давайте с вами поговорим. И мы увидим какие-то чудеса необычной щедрости или еще что-нибудь. Кстати, тоже щедрости? Неплохо. Да, почему нет? Занесут денег во все СМИ? И я, кстати, был бы не против. Я промолчу, Николай. Ну да ладно уж. Давайте про парку Алых Парусов поговорим. Это интересная история, на самом деле. Она, кстати, как раз говорит о том, как работает наша областная администрация нынешняя, да? То есть мы имеем в одном здании, в одном правительстве, в одном кабинете одного уровня двух товарищей, оба замы губернатора, которые в течение, там, буквально, скажем, нескольких дней дали совершенно противоречивую информацию. Причем, если один из них, я имею в виду Дмитрия Александровича Курдюмова, сделал это по собственной воле, насколько я знаю, утечка из кабинета Ольги Куземской произошла против ее воли. Что еще раз говорит, что не все спокойно в нашем правительстве. Мало кто, по-моему, из тех, кто там работает, верит, что это всерьез и надолго. И поэтому заранее, на всякий случай, делают на два фронта свою работу. Вот. Но это, я уже смеялся, когда, помнишь, после праймерис сразу на следующий день объявили о том, что победитель праймерис там, по 5-му избирательному округу задержан при получении взятки с поличным, да? Вот. Я как раз понял, что человек, назначенный уже новой администрацией, я понял, что люди, даже назначенные новой, даже близкие к новой администрации, не верят в то, что она всерьез и надолго. И поэтому делают все сразу и быстрее, пока все это не кончилось. Вот. То же самое произошло со сливом этой информации. Но что интересно, вот по идее, да, вот случился такой казус. Вот один министр сказал, что будет парк, другой министр сказал, что будет, что там у нас, конгрессный центр или что там, офисный центр.
По идее, надо сразу после этого, чтобы кто-то третий собрал пресс-конференцию и сказал, ребята, будет то-то и то-то. Да? И все. Шум не успел расползтись. Здесь... Вот, это такая очень благодатная почва для слухов. Да, здесь просто создали все, чтобы эти слухи поползли, чтобы они обросли какими-то подробностями, существенными, несущественными, чтобы уже обрисовали там чуть ли не план этого огромного центра, который закроет весь город от солнца и так далее. Вот. Это опять было не сделано, хотя это элементарная операция, которая должна делаться. Но помнишь, ведь, как сказал Игорь Владимирович, мы слухи не комментируем. Фейк-ньюс? Да, но в данном-то случае фейк создан его подопечными, причем двумя, так красиво очень. Вот. Я не знаю, понимаешь, вот сейчас, по крайней мере, сегодня, насколько я знаю, Дмитрий Александрович собирал пресс-конференцию, и в том числе этот вопрос, хотя он не был заявлен в основной программе, был задан. И вроде бы, ну, как-то слово «парк» звучало, но точной такой штуки, что вот здесь будет парк, и все, как бы не было. С другой стороны, вот насколько сегодня в эфире «Эхо» были представители КССК, да, вроде бы они собираются делать там парк, потому что у них такая договоренность. Ну, у них есть соглашение. Да, у них есть соглашение, есть договоренность, они эту работу уже ведут. Вот. Но так как парк там планируется на 1 гектар, а всего там, по-моему, 4 освобождаются площади, насколько я помню. Вот. Не помню, я могу путать. Сколько. Да, я могу путать. Но, по-моему, про парк шла речь о том, что под парк отойдет 1 гектар территории, а 3, как бы их судьба пока не определена, там есть определенные технические сложности. Вот. Поэтому, соответственно, пока вот точного ответа никто и не дал, хотя эта история уже 2 недели, по-моему, да? Ну, где-то так. А как вы оцениваете сам факт того, что, ну, собственно, один зампред пишет докладную на другого зампреда? Это напоминает, ну, вот, как дети в детском саду на друг друга жалуются. Я как раз с этого и начал. Это как раз говорит о том, что все эти зампреды здесь совершенно ненадолго и совершенно случайно, да? И им по большому счету ни одному, ни другому вот взять какое-то предложение и, соответственно, обсудить его с теми людьми, которые могут быть в этом заинтересованы, которые за это также отвечают. То есть вот межведомственного вот этого сотрудничества, взаимодействия здесь просто-напросто нет. И оно никому, похоже, и не нужно. Потому что каждый старается что-то сделать на своем участке. Ладно, а потом придет сентябрь, там разберемся. Вот. Я думаю, что вот это ощущение того, что они здесь всевременные, оно присутствует. И в поведении, и вот в этих мероприятиях, и в тех вот казусах, которые происходят. Их не особо интересует, что про них будут говорить. Там, мы с тобой, например, будем говорить в эфире. Их мало это интересует. Ну, ладно мы, но есть ведь еще там куча СМИ в Кировской области. Оставлять за собой такой бэкграунд зачем? Ну, так и что? Господи, кто потом об этом вспомнит? Вот. Ну, хорошо, есть у меня очень еще... пренебрежительное отношение к тому, что думают о них люди, оно присутствует. Оно присутствует и в характере общения руководства с представителями тех же районов, да, в директивном очень характере, и даже на более высоком уровне каких-то совещаниях, когда некоторые просто участники совещания уходят, просто обидевшись на наше руководство, уходят с совещания. Представители районов вы имеете в виду? Не только районов, но и руководители предприятий довольно крупных. Последняя у меня новость, которую я с вами хотела обсудить. А, вот, есть же у нас еще Мошногорский. Я про него забыла. Ну, мы как раз про него, в принципе, поговорили. Он уже уехал. Он улетел уже, да. Вот он, кстати, еще ведь в мае, на самом деле, уехал. Слушайте, ну, это смех сквозь слезы, потому что в мае нам говорили, что человек уехал в отпуск. Угу. Там нам давали в разгар дорожных работ. Официальный комментарий, угу. Да, что человек уехал в отпуск в разгар дорожных работ. Сейчас мы узнаем, что его уволили. Ну, так это было понятно еще 11 тогда. Мая, угу. А сегодня у нас на календаре 7 июня. Угу. Это ну, что? Человека это увольняют, человек имеет право отгулять свой отпуск, не использовать. Он его отгулял, после этого уволен. Все нормально, а почему нет? Надо же когда-то человеку отдохнуть. Вот он отдохнул, после чего был совершенно спокойно уволен. Все нормально совершенно. Это довольно часто используемая схема, когда люди сначала уходят в отпуск, потом не возвращаются. Слушайте, вы сами сказали, что в разгар дорожных работ увольняется профильный чиновник. Это вообще как? Это вот о том же самом. Это как раз о том же самом. Потому что если бы этот человек был действительно приехал в Кировскую область работать и был заинтересован в том, чтобы развивать нашу дорожную отрасль, да, наше состояние наших дорог улучшать и так далее, он бы в любом случае в разгар дорожных работ не уволился, как любой представитель колхоза, пока посевная, он работает. Так это вот к вопросу о том, что уволился, это полбеды, но его же отпустили. То есть почему ему не сказали там, вот поработай, пожалуйста, вот сделай свою работу, и тогда увольняйся? А почему он должен слушать такого рода увещевания?
почему должен слушать? Есть трудовой кодекс. Ты имеешь право уволиться. Там сколько? На 2 недели подождать, да, и все. Тебя должны уволить, отпустить. Ну, мне кажется, что для профессионала это нормально, довести текущий проект до логического завершения. Для профессионала, который планировал здесь работать, как минимум, да, а не просто деньги пилить, это было бы нормально. Человек приехал, человек посмотрел фронт работ, пожал плечами, мелочь такая, что с ней связываться, уехал в другое, более удобное место. Он был явно временно, как и большинство тех, кто сейчас здесь присутствует у нас в правительстве. Но это все то же самое. Это все истории как бы на одну тему. Это все истории абсолютно на одну тему. Хорошо. Национальный план противодействия коррупции. Угу. Кировская область вошла в десятку регионов. Которые выполнили свой план. Но одновременно, понимаешь, никто же не пишет так же гордо вот на сайте правительства, да, мы вошли в десятку. А никто не пишет, что мы вошли в десятку там по числу разводов на 1000 браков, например. Мы на 3-м месте в России, Юль, по числу разводов на 1000 браков. Чаще, чем у нас, только в 2 регионах разводятся, понимаешь? Мы об этом не пишем радостном событии почему-то. Мы говорим о том, что мы классно боремся с коррупцией. О том, что мы больше всех водки потребляем, тоже в десятку входим. Умрем там, в десятку входим. Мы об этом тоже гордо не пишем. А вот с коррупцией, понимаешь, то, что проверить-то нельзя. Цифр-то нету. Ну, измерить хорошо, это невозможно. А на чем составители этих рейтингов тогда основываются? На том, что бывший губернатор сидит? В соответствии с законом вот этим о противодействии коррупции, там в каждой области должен быть разработан план, должны быть составлены документы, должны быть созданы какие-то рабочие группы и так далее. Они должны заседать регулярно. Вот это все происходит. Бумаги все подписаны, приняты, группы заседают, там рассматривают случаи там, конфликтов, там, этих интересов, да, регулярно сообщения появляются. Раз прошло заседание рабочей группы, по рассмотрению конфликта интересов, там такая-то приняла на работу такого-то, вот им дано там замечание сделано, или там наоборот рассмотрели, оказалось. Вот. То есть это такая классная имитация бурной деятельности. На это причем еще и бабки дают федеральные на борьбу с коррупцией, да, понимаешь? Это классно, это мы умеем. Вот здесь мы в десятке, потому что ничего делать не надо. Надо только составить в соответствии с указаниями федерального центра все необходимые бумаги, создать вот эти самые любимые наши рабочие группы, проводить наши любимые бесконечные совещания, отчитываться о них в нужной форме и сообщать об этом федеральный центр. Мы ведем работу по борьбе с коррупцией. Дело в том, что эта государственная программа, она на самом деле никак не относится к работе оперативных органов. Да? По плану поймать коррупционера невозможно. Даже тот же там директор КРИКа, хотя его, конечно, планировали, но... Насколько мне эта история известна, там это уже была вторая попытка, когда его должны были взять. То есть он на самом деле начал на 2-й неделе уже работы в этой организации. Его уже прямо готовы были взять, но его кинули. Понимаешь, там обида такая. В смысле, обещали взятку и не дали? Обещали взятку и не дали, да, кинули парня. Так, там спецслужбы прямо готовы были его уже взять прямо через 2 недели после начала работы. Все равно в плановом порядке это не делается. Понятно все. И Никита Юрьевич был... арестован тоже вне плана, скажем так. Он сильно очень многим испортил как бы карты вот своим этим арестом. Кстати, у него скоро день рождения. 42 года исполнится 13 июня. И вот я при всей своей нелюбви к нему как к губернатору, как к человеку все-таки, ну, хочу его поздравить и пожелать ему всего доброго и не подать духом. Ну, Николай, вы можете ему письмо написать. Я не люблю писать письма. Ну, у нас на этом с вами, к сожалению, закончилось время. Почему, к сожалению? Нормально закончилось. Вам мы поговорили уже, о хорошем. Вам же надоело со мной разговаривать? Мы в десятке по борьбе с коррупцией. Я на таком позитиве просто с радостью выйду из этой студии. Прекрасно. Это было особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар, деньги, товар». Николай, спасибо вам за эфир. Юля, спасибо большое. Эфир для вас вела Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания. До свидания. Особое мнение на 101 FM.